Сегодня рассмотрим небольшой, но нередкий случай, когда флешка выходит из строя. Точнее, формально выходит из строя ее файловая структура. Фактически мы могли бы ее, конечно, просто отформатировать, но дело в том, что на ней записано огромное количество необходимых нам файлов, и их как-то надо спасать. Как видите, при попытке ее вставлять в различные компьютеры и получить к ней доступ, заканчивается всегда одинаково, то есть выдает ошибку. Если мы посмотрим, как она отображается в управлении дисками, то мы можем видеть, что здесь она и есть. И даже написан ее объем, но почему-то она в RAW формате, что в принципе не должно быть так. Была в FAT32. Самое главное здесь, конечно же, не спешить. Форматировать мы ее не будем, а попробуем восстановить все на ней находящиеся файлы. Для этого нам понадобится простейшая и бесплатная программа Recuo. Скачиваем ее, устанавливаем, запускаем. После чего необходимо настроить программу. Переходим в расширенный режим, выбираем необходимое устройство, которое будем восстанавливать, это наша флешка. Далее нажимаем настройки в правом углу. Здесь нам нужно выбрать действие. В этой вкладке выбираем глубокий анализ и поиск неудаленных файлов, восстановление с поврежденного носителя. Далее нажимаем ОК и кнопку анализ. Далее дожидаемся анализа данных. После чего мы можем наблюдать, что все необходимые файлы были найдены. Нам нужно выбрать, который мы хотим восстановить. В данном случае я хочу их восстановить все. И кнопку восстановить. Выбираем место, куда мы это будем делать. Создаем, допустим, новую папку на рабочем столе и нажимаем ОК. Далее программа все сделает автоматически за нас. После этих процедур мы можем смело закрывать программу и проверять наши файлы. Точно ли они в порядке, точно ли целостно восстановлены. Если все в порядке, никаких других действий не требуется, то после этого мы можем отформатировать флешку и закинуть все эти файлы обратно на нее. Ну, в общем, на этом и все. То есть таким несложным образом мы можем восстановить файлы с поврежденной флешки. Конечно же, если ее повреждения не фатальные для нее же.